На ремонте вот такая USB колонка с основной причиной поломки. Неоднократно, уже третий раз приходит подобная колонка, и все время одна и та же проблема. USB разъем. Иногда он просто немного не контачит, иногда нужно заменить. Здесь просто вырван с мясом, вообще нет. Его нужно поставить. И еще одна задача стоит — увеличить, поменять аккумулятор, который здесь стоит, усилить его. Как это получится, посмотрим. Итак, для того, чтобы разобрать, необходимо, вот здесь есть такая мягкая накладка, ее нужно отодрать и открутить 4 винта, и она тогда разбирается. Добираемся до самого USB разъема, подбираем, какой, уже не могу, USB разъемы бывают разные, они по перевернутости или так вставляются, ну и по крепежам тоже отличаются. Так как здесь его нет, будет сложнее подобрать нужно, потому что нужно, так сказать, на глаз подбирать. Ну или посмотрю видео предыдущих таких частей и увижу, какой у меня на канале. Ну вот так. Все очень просто. Вот этот аккумулятор нужно поменять. А, вот, смотрите. Вот и разъем. Он оторвался, но он тут есть. Поэтому подобрать будет не так сложно. Оторвался немножко с мясом. Тут часть дорожки на корпусе. Это значит, что придется укреплять. Что это значит? Но есть вот здесь прямо к плате припаивается на корпусе. Этой части уже нет, она оторвалась, поэтому придется укреплять через верх, брать вот такую дугу, какую проволочку, и через верх к плате прикреплять. Ну, я покажу, как это сделаю. Здесь перевернутый разъем, заказываем, или, скорее всего, у меня есть такой разъем. Ножки в самом низу разъема, поэтому это не редкий, не сложный разъем. Оценяя, здесь перепутать в принципе можно, но она подписана, здесь батарея написана. Батарея, хотя разъем, как видите, белый. Ну, для того, чтобы его не перепутать, мы его можем покрасить в красный цвет фломастером, и потом уже будет сложно перепутать, потому что его нужно вставлять в красный разъем. Красный в красный, а белые в белые. Ну и все, теперь нужно будет посмотреть, все ли нормально с дорожками контактов. Я так подозреваю, что не все нормально. Одна дорожка оторвана, но она никуда не была подключена. Поэтому, в принципе, все нормально. У разъема 5 контактов, здесь используется только 3. Поэтому вопросов не возникнет. Как его нужно будет прикрепить проволочкой, уже посмотрим. Потому что ее надо просверлиться, подпаяться. Ну, все покажу.
Сейчас нужно все залудить, паяльником пройтись, посмотреть все целые, удалить припой из мест, куда заходят ножки. Тут только вот такие два передних, сзади там не отверстие, оно прямо на плате. Ну, собственно, и все. И затем будем заряжать аккумулятор, рассмотреть, нужно ли его усиливать или он еще более-менее долго держит. Что же, чтобы продолжить, нужно восстановить, посмотреть, в каком состоянии дорожки у нас. Здесь оно было все оторвано, поэтому нужно проверить. Как я уже говорил, одна вот здесь вот оторвана, но она не используется в данной ситуации, на данной колонке. Ну, а все остальное в нормальном состоянии. Поэтому просто поставим, но, наверное, таки непросто. Здесь после того, как припаяем, придется попросверливать тут отверстие и такую проволочкой укрепить, потому что вот здесь место, где была дорожка и припаян разъем такой силовой, чтобы она не отваливалась, было вырвано. Ну, не могу сейчас точно сказать, буду я делать это или нет, но планирую еще и укрепить проволочкой. Ну, а так, в принципе, все нормально. Достаем разъем и припаиваем.